Приветствую вас. Я прочитал ваш способ общения. Вот. Значит, ну, вы описываете негативное поведение своего мужа, его агрессивное, обесценивающее, пренебрежительное отношение к вам. При том, что вы не говорите ничего про себя. Вы рассказываете о том, что как он себя с вами ведет, вы рассказываете о том, как он относится к вам, но при этом ни слова я не увидел в вашем сообщении про вас. Как вы к этому относитесь, как вы это расцениваете, как вы терпите это, зачем вы терпите это, для чего вы терпите это, что заставляет вас терпеть это, почему вы так плохо к себе относитесь, что терпите этот момент. Считаете ли вы, например, что достойны этого мужчины? А вот, если считаете, что достойны, тогда, соответственно, зачем пишете нам? Если же считаете, что вы достойны большего, то, опять же, у вас нет вопроса. Вы не сформировали своего вопроса. Вы просто говорите, я не знаю, что делать. Давайте для начала я скажу вам так. Тот факт, что вы в довольно конфликтной, тяжелой для себя ситуации, говорите только о нем, но не говорите о себе, совершенно. Это довольно показательно. И это объясняет отчасти, естественно, почему ваш мужчина вас ни во что не ставит. Потому что вы о себе не думаете совсем. Вы не говорите о том, чего вы хотите. Вы не говорите о том, что вам нужно. Вы не говорите о том, что вы желаете. Вы не говорите обо всем этом. Вы даже о своих чувствах не говорите. Вы просто говорите, я не знаю, что делать. Давайте определимся, что делать, чтобы что. Что делать для чего? Если вернуть или гармонизировать ваши отношения. Это одно. Если вам быть счастливой, это другого. Если попытался разобраться с тем, почему так произошло с вами. Это третье. Понимаете? И так далее. Но вам нужно для начала самой для себя решить, чего вы хотите. Вам нужно решить для себя, что вам нужно. Например, если мы говорим о гармонизации и о сохранении семьи, то давайте тогда подумаем так. Вы в браке 1,5 года. Тот мужчина постоянно доводит вас до слез. Понятно. Но когда... С какого момента он начал доводить вас до слез? Когда, с какого момента он начал так себя вести? Что заставляет его так себя вести? Что заставляет вас терпеть его такое отношение? Ведь когда вы начали встречаться с ним, когда вы начали только взаимодействовать с ним,
Наверное же у вас ничего такого не было. Наверное же вы устроили свои отношения по-другому. Это появилось уже немного после. Правильно, наверное? Так в результате чего это появилось? В результате каких событий? Давайте попробуем, да, попробуем это проанализировать. Следующий важный момент. Имея такие достаточно, скажем так, конфликтные или лучше сказать, проблемные отношения, вы, как я понял, хотите завести ребенка. Хотелось бы мне, чтобы вы понимали некую ответственность за то, что вы делаете. То есть, если мы говорим о рождении ребенка, то необходимо, чтобы для него была соответствующая атмосфера. Я не думаю, что то, что происходит у вас с вашим мужем, является соответствующей атмосферой для нормального развития ребенка. Об этом я тоже хотел бы, чтобы вы подумали. Ну и наконец далее. Вы спрашиваете, что делать? Нас. И я задаю вам соответствующий вопрос. А как вы думаете, что нужно делать в этой ситуации? Как вы думаете, что нужно делать в этой ситуации человеку, вам, который уважает себя, который ценит себя, который не позволяет обесценивать себя, который любит себя и хочет быть счастливым? Вот что такому человеку делать в вашей ситуации? Подумайте. Подумайте и постарайтесь сами ответить себе на этот вопрос. Потому что если мы вам скажем, например, чтобы вы пытались сохранить семью, или наоборот, чтобы вы не пытались сохранить семью, это будет неверно. Потому что мы не решаем таких вопросов. Мы помогаем лучше ситуацию увидеть. Ну, например, то, что вы вступили в такие отношения и сразу из них не вышли, говорит о наличии определенного типа отношений между вами и вашими родителями. В частности, об отношениях с отцом. В общем, в отношениях в семье. И как бы тех отношений, того отношения к себе, к вам, которые привили вам ваши родители, и из-за чего вы позволяете себе теперь вот так вот переживать в собственном браке. Если вы хотите, чтобы к вам относились по-другому, если вы хотите, чтобы вас любили, то нужно для начала любить себя. Нужно для начала уважать себя. И только потом вас будут уважать другие. Я хотел бы, чтобы вы этот момент постарались для себя понять. И после этого, после того, как этот момент мы с вами зафиксировали, я рекомендую вам подумать, что мешает относиться к себе уважительно, что мешает относиться к себе с любовью и так далее. Что вам мешает? Подумайте, пожалуйста, и вот с этим вопросом вам нужно работать с психологом. И когда вы найдете себя, вы будете относиться к себе с уважением, достойно, вот тогда вы и поймете, что вам нужно делать. Это понимание придет само к вам.
без всякой помощи, в том числе и нашей. Я желаю вам всего доброго, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Удачи вам и успешного разрешения данной ситуации.